Ивановская область в следующем году получит дополнительно 2 миллиарда рублей. Такое решение было принято депутатами Государственной Думы при рассмотрении федерального закона о бюджете во втором чтении. Параллельную работу ведут и местные парламентарии. Главный финансовый документ области также готовят ко второму рассмотрению. Поправки правительства озвучил Станислав Воскресенский. 2 миллиарда, пояснил губернатор, пойдут не на решение проблем, а на тушение пожаров в самых горячих точках. Основная часть, соответственно, на выполнение указов президента, в частности, социальных обязательств перед гражданами. Полтора раза предложено увеличить поддержку сельского хозяйства из бюджета области. Финансирование программы развития малого бизнеса может вырасти в 2,5 раза и составить почти 5 миллионов рублей. Более 9 миллионов запланировано на строительство детского сада в микрорайоне Рождественский. На капитальный ремонт поликлиники номер 1 в Кинешме – 28 миллионов рублей. Также Станислав Воскресенский сообщил о покупке в 2018 году 2 цифровых маммографов и аппаратуры для проведения физиопроцедур ФАПы. Я много езжу по районам. У нас ситуация в здравоохранении такая тревожная в части обеспечения оборудования. Поэтому предлагаю выделить дополнительно 300 миллионов рублей на высокотехнологичную помощь, а также на приобретение оборудования, именно то, в котором мы нуждаемся. Мы с вами говорили, это касается профилактики онкологии и УЗИ, и другого оборудования.